Серьезно, я не видел, я серьезно не видел. Да у меня зрение минус 5 хватит. Друзья, добро пожаловать в солнечный Сан-Франциско. С вами Квантум Аниман, с вами Флэг Джеке и Адамсон. Сегодня просто маньяк в CSGO. Всем привет, друзья! Хеуса, привет, всем привет! Всем привет! И сегодня немножко необычный маньяк, он не такой, как всегда. У нас сегодня классическая карта ЗУ, и мы можем использовать ноуклип. То есть что мы делаем? Мы используем ноуклип, залетаем в тунычку, в которой нас видно, и прячемся в ней. То есть если кстати, маньяк внимательный, он нас увидит. Кстати, скажу про то, что на этой карте записывался самый первый маньяк на русском YouTube, который мы выпускали. Так что вот это юбилейная карта, можно сказать. Да, это юбилейный выпуск. Прошло ровно 2 года, да, с первой части. 2 года. Пидор, блядь! Ребят, спиздил мои слова, блядь. Я вам желаю приятного просмотра. Если вам понравился такой формат, то обязательно поставьте много-много лайков, напишите об этом в комментариях. Let's go! 4.45 кажется... и маньяк выходит! Сидим здесь! Выходит! Мне кажется, сюда. Мне кажется, мы делаем что-то не так, чувак. Так. Мне кажется... Ну-ка, заходи сюда. Вы сейчас будете шуметь, я же услышу вас. Ну-ка, ребятушки. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Опа. Не, я все же честно сегодня. Сиди, человек... сиди, ты должен влиться в интерьер. Короче, сиди, ты элемент интерьера. Квантум знает, как Джонни обмануть. Я просто не могу заметить в интерьере человека. Когда ты двигаешься, не предмет интерьера. Вот, теперь идеально все, смотри. Живая природа, BBC. Так, живая природа, значит. Ну-ка, Джонни, подойдите, ситуация у них там. В помещении. Это помещение и это зона с водичкой. Такое, варьер с обезьянами, наверное, где-то вы там сидите. Да, обезьяны в воде живут. Опа! Эминем, значит, у нас первый. Куда побежал? Сразу. Ай, не вижу! Ослеп! Ну ладно, я все же сегодня честный человек, поэтому я пошел. Я предлагаю тебе вернуться. Это же идеальное место. Ну когда он до сюда дойдет, здравствуйте. Обманываем маньячка. Я, если честно, за 2 года полностью забыл, как в это играть, но надеюсь, что сейчас все вспомню постепенно. Так. Так, давайте. Бедная жертва у нас. Антоха, это бежит, не может добежать никуда. Тихо. Сколько у тебя ХП? Мастерски обманываю его, пока вы там сидите, жопошники. Ну-ка, рассказывай, сколько у тебя ХП, быстро, убегай, все, убегайте. Вам. О, смоки, значит, накидал. Опа. Жопа, блядь. Резанул. Где вы спрятались? Где вы вообще находитесь? Я реально всю карту оббежал в надежде найти маньяка, потому что мне как-то скучно, когда за мной никто не бегает. Ну-ка. Так ты вон, Антоха бегает по всей карте никуда. Чё? Нет. Ну что ж, умер. Один готов. Две жертвы сидят где-то. А ну-ка. Тихо. Побежали. Побежали. Идеальное место, ты меня вообще не найдешь здесь по факту. А ты меня видел вообще уже? Я тебя не видел пока что еще ни разу. Опа. Так, слушайте, у меня проблемы, дорогие друзья. Огромные проблемы. Какие проблемы? Мне не нравятся эти проблемы, если честно. Я склонен к тому, что мне сейчас будет не очень хорошо. Да. Я. Опа! Отлично! И у меня есть 2 минуты, чтобы найти Данила. Данил, ты где? Слушай, 2 минуты. Скажу, ты выпилил деле... всех, я тебе... Чего? Не-не-не, я жду, когда он тебя найдет. Да, иди, не знаю, в раздел. Иди в раздел с аквариумами. Так. С аквариумами. Аквариум. Ага, это внутри, значит. Да. Кто-то любит свежую селёдку. Это внутри зона с морскими обитателями. Давай, топай туда, там ты найдешь меня. Аквариум. Ты найдешь вообще это место. Вот, аквариум. Так, вижу аквариум. Ну, как будешь идти, смотри по всем сторонам. Там где-то должен сидеть я в кустах. Ну, как в кустах, почти в кустах. Подожди-ка. Ты где? Я тебя пока что не видел. Да, вот аквариумы тут. Вот тут еще много аквариум. Аквариумов, предупреждаю, пройди по всем павильонам выставочным. Так, я гуляю. Минута 30. Я бегу, ты я бегу. Найти или нет? Подожди, я вижу только один павильон с аквариумом. А, вот, нет, стоп. Да, много очень. Здесь тебя даже не видел еще ни разу. Там карта есть. Ты посмотрел. Точно, на карту надо посмотреть. Да, кстати. Блин, жалко, не могу за Джонни наблюдать. Надо было сделать так, чтобы за всеми можно было наблюдать. На стойку регистрации обратись, тебе подскажут, где я нахожусь. Реально, сколько аквариумов сейчас бегают? Тут столько аквариумов. Подожди-ка так. Мне это... Ай, сука! Как ты... Так... Бомбу не закладывай только, не думай бомбу закладывать. Я же должен как... Подожди, а как ты туда залез? Там дверь есть. Где? Открой дверь.
Открой дверь, там дверь с другой стороны есть. Ну-ка, давай да, попробуем. Да, да, открой дверь, ну-ка. Чувак. Так, вот эта дверь. Стоп. Пожарный, наверное. О! Выломал. Стоять. Да, удачи. Бегать, бегать. По аквариуму. Где, сука? Подожди, он. О, кстати, наше любимое место ранее, когда мы тут прятались. Он опять что ли? Я. Так. Данила, ты у нас рыбкой решил почувствовать? Ты понимаешь, ты пробежал мимо меня и не заметил вообще просто. А вот возле меня был просто пердулька. Серьезно? Где? Я уже подумал, ну все, конец раунда, наконец-то. Я думал, все, да, и это ГГ будет, а он так тупанул. Я не видел, я серьезно не видел. Так тупанул. Да у меня зрение минус 5 хватит. Ты слишком невнимательный оказался. Серьезно? Камон! Я хочу за маньяка! Победил! Выживающие выиграли маньяков. Все, закупились, побежали. Так, мы используем ноуклип для того, чтобы залезть в классную нычку. О, тут нет. Портал, наверное, где-то прыгать надо. О, здесь телепорт. Точно, все, я улетел. Телепорт. О, кто-то использует. Так, я не буду использовать ноуклип. Я по чесноку залезу в хорошее место, где он меня не увидит попросту. Блин, а... Каких-то мест и нет. Понимаете, если реально все карты так рассматривают с ноуклипом, сколько же нычек в обычных картах классических есть? Нет, ноуклип можно... Да. Готовьте ваши жопы. Да, ну, допустим, прикинь, на дасте куда-нибудь. Если текстуру залетишь, то будет нечестно. Да, это понятное дело. Вот, из доступных мест. Это я понятно. Оооо, какие что ли? Люди! Здравствуйте, здравствуйте. В смысле, а куда вы пытаетесь убежать к вантам? А куда? Вы думали, я такой новичок-маньячок, а я... Так. Новичок-маньячок, можно ты изыдешь от меня? Я сейчас взыду. Мне интересно больше, где вы находитесь. Я бегаю по всей карте, вообще ни одного не вижу. Я маньячка вижу, я маньячка вижу. Маньячок меня потерял, походу. Тихо, я слышу, как кто-то топает. Ну, возможно, это я. Маленькие жопки топают. Ну что, маньячок? Он потерял, я прикиньте. Я видел его, он меня потерял. О, боже! Нет, я так не застрял в этой хрени! Тебе так повезло, Серёжа, иди сюда, иди, мой маленький. Иди, я поиграю с тобой, иди, пупсик, сюда, иди. О, пошло добро, добро идёт! Догнать уже не может. Так, ну смотрите, а, умно. У меня интересное место, у меня просто классное. Просто безумно классное место. Я не знаю, я не могу оглянуться назад, мне просто стрёмно, я просто бегу вперед. А ты где? Ты бегаешь, да? А ты взгляни вокруг, оглянись назад! Гранаты, смоки, все бесконечное. Я кинул подсказку. Кстати, надо тоже подсказку. Да, подсказочку надо кинуть. Подожди, я его не вижу. Ваши жопы, съем. Сраная... Опа! Штука. Так, я от него убежал на самом-то деле, получается, раз он меня не преследует больше. А вот куда мне теперь деваться, я без понятия, на самом-то деле. Так. О, я себе ногу сломал, мне 90 кп клёво. А какого мы цвета? Ай-я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 й, Серёжа! Банихелла, значит... Откуда ты взялся? Серёг, смотри, суперское место просто. Ну, у нас минус... У нас минус Серёга, конечно. Мне кажется, что-то не так. Я? Один умер, нас двое осталось. Да. Привет. Посмотрим со стороны на эту битву. Давай. Привет. Куда же ты убегаешь, о? О, понятно. О, нет, смотри, тайзер не используем. Предупреждаю тебя сразу, оговорочка по Фрейду. Конечно, тайзер мы не используем. Сань. Но мы используем длинный нож. О, боже мой, куда же ты пытаешься, малыш, сбежать? Иди к папочке. Папочка с тобой поиграет. Отвали, батя! Батя так батя не играет, сыночка, отвали от меня! Я пока вы тут бегаете друг за другом, да? Смотрите, тактика у Квантума, а? Развернуться резко. Я, знаешь, я на хромакей как пистолетов должен. Изыди от меня, по-братски! Догнал. Ну что, Джонни, мне кажется, ты играешь немножко нечестно. Каким образом? Он меня спокойно здесь может найти. Серьезно? Да, он не найдет, если понимаешь, что тебя не видит. Он тебя не видит там. В том-то и прикол, ты должен видеть. Ну да. Конечно. Да, он тебя должен видеть. Это прикол. Джонни. Вот, если ты еще вправо сместишься. Куда? Да, кстати. Давай власть оттуда, пожалуйста. Так, я его не вижу. Где же он может быть? Вот, если ты так будешь сидеть, ты можешь сидеть, он тебя так увидит. Ты прямо вот... Буль-буль-буль. Это подсказка? Я должен бубулькать? Буль-буль-буль.
Боль. Соня, возьми гранату, гранату возьми, вынь чеку и подойди к нему. Fire in the hole! Fire in your ass! Всё, тебя удивить! Паркурщик! У вас на самом деле 27 секунд, это... Воу! Блин! Джонни, ты всё равно упал. А, нет, я думал... Окей, кто теперь? Кто теперь я? Че, поехали, ребята, ребятушки, прячемся быстренько. В общем-то, я теперь маньяк. У нас маньяк, и мы должны выжить и скрыться. Мы должны заныться-ка. Мы должны так, ребята, чтобы его нас не найти-то. О, я просто... 45 минут я выхожу. У меня такое простецкое место, его реально можно спокойно найти, если быть очень внимательным. Да? Да. Хорошо. Ребята, я напоминаю, что мы можем использовать ноуклип, чтобы заныкаться в каком-нибудь элементарном месте, но только в том месте, где нас может увидеть маньяк. То есть, допустим, да, и маньяк тоже мы может не можем к нему прибежать, в общем-то, через ноуклип. Ну что, я вышел, в принципе, да? Все, давай еще. Я тебе сразу скажу, я вот приехал я такой в Москву, и я сразу торгую чем-то. Найди меня сразу. У меня тоже здесь лежат арбузы, короче. Мне кажется, сейчас вообще все в нычках сидят каких-то, да? И... Нет, я не в нычке сижу, потому что здесь есть такие места, которые тебя не пускают. Так, Привет. Я ж могу тебя резать, да? Нет. Чувак, ну так как бы, ну... Нет. Боже мой. Ну садись, что ли? Я не закупил пешки, сука, я забыл пешки закупить. И второго я видел, но он куда-то делся. Ладно, я к нему еще позже вернусь. О, какие мы паркурщики-то, а? Зараза. Паркур. Модное движение. Антон Паркурщик. Мне надо было себе сильнее Антона Паркурщика, потому что ты дальше улетел. Ну ладно, я тебя это прощу, но... Как вы понимаете, а как вот надо мной издевались? Все вернется к тебе бумерангом, да, понимаешь, да? Данил, ты где? Я сижу, боюсь. А ты где? Я тут. О! Меня тут рядом маньячок пробежал. Я задыхался, у меня офигенное место и все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тупо рядом пробежали. Так он мне надоел уже, а я не могу. Он меня бесит. Я его просто дурю, как могу. Что он еще дурит? Дурит. Сука! Все, давайте уже дальше играть. Так, кто там еще? Оба! Хорошо, да, Антон? Я видел? Да. Ну тебя вообще практически хрен заметит. Не-не-не, вот здесь хорошо видно. Вот, выделяется или не выделяется? Посмотри, у меня место, мне еще видно или нет до снизу? Ну, я не знаю. Подождите, а маньяк может использовать вообще радар? Я как бы на него еще не смотрел. Нет, маньяк этот радар не может использовать. Да. Не может, потому что ему же флешки, радар вообще, дальше радар маньяк может прописать. Вот я вижу, маньяк бегал возле этого, подожди, возле бассейна. Этот радар маньяк должен прописать? Да, должен. Да, должен. А смысл тогда в дикоях, чтобы на радаре типа же были ложные метки, нет? Это подсказка. Дикой звук издает, ты по звуку ориентируешься. Ну ладно, пропишу, я все равно не смотрел на радар. Так, все окей, где вы? Я скажу честно, ты когда гонялся за Антоховой, ты меня три раза пробежал. Три! И что это такое, как мне туда залезть? А ты нашел? А, Данил нашел. Так. Чувак, я как бы могу... 80 хп, охренительно, кажется, я сейчас сдохну, вот прям... Да ладно, ты гонишь! Вот это было жестко, я это видел! Вот это обдурили Адамса, но он аж через бахнет перепрыгнул. Прям в дверном проеме, к сожалению. Ну что, продаем? В принципе, остался последний. Сразу говорю, недалеко от спавна я нахожусь, от нашего спавна. Поэтому ищи меня хорошенько. Продает. Что Джонни продает? Продает. Ну, знаешь, такое продаю. Ну, мы как-никак в зоопарке, я что-то могу похожее продавать. Что я именно странное продаю? Странное место, ну я бы сразу понял, где это. Я вроде помню локации на этой карте, но вроде как... Там такие крутые! Здрасте! О, здрасте! Чё продаем? Игрушки. Ну давай, маньячок. Опа. А чё, ты думаешь, что ты как бы от меня убежишь сейчас или чё? Я убегу. Куда? От тебя.
Опа! Ой-ой-ой-ой-ой! Чувак, как бы, я не знаю, насколько это можешь считать правильным, то, что я могу прям к тебе вплотную телепортнуться. Ну нет, мы должны через стенку, что будет как бы. Чтобы стенку только пройти, мы должны телепортнуться, и все, больше ни капли. Давай, паркур. В принципе, маньяк всех сегодня уделал. Да? Это я, да, я не понял. Маньяк, любой, кто играл за маньяка, сегодня всех уделал. Хорошо придумал. Так что, Трони, просто твоя последняя речь, пожалуйста. Последняя речь, иди нафиг. Смотри, как хорошо прыгай, опа, опа. О, ты рядом, я чувствую. Он очень, очень, очень близко к тебе, тебе жопа, все. Расслабься. Нет, не расслабься. Я уперся в стенку просто. Господи, я уже испугался своего. О, это прям мое место, арбузы тут всякие, вот он. Ребята, я выхожу в 4:40, я надеюсь, вы готовы и... Понял. Я готов. Я выхожу на охоту, вы спрятались? Я пока еще не спрятался. Я еще нет, но я близко. Потому что я иду, я очень близко. Так. Все, я очень близко. Я чувствую ваш страх. У меня попа сузилась немножко. Это кто-то обосрался. Где вы? Никто не обсирался. Так, ну меня должно быть видно, по идее. И очень даже хорошо. Серьезно? Где вы есть? Серьезно? У меня проблема, я просто не замечаю людей, которые это не двигаются, сидят там, допустим, в одном месте, сливаются с интерьером. Я их не вижу, к сожалению. О, это хорошо, да. Это нам на руку просто. Сразу скажут, ты мог меня увидеть спокойно уже 4 раза. Да. Да. Понятно. Я обосрался, ты издеваешься! Охренеть! Я обосрался! У меня в глазах точки, подожди. 7, 6. 5, все, я теперь выхожу. Я здесь. Все, отлично. Ребята, я вам напоминаю, что мы можем использовать ноуклип для того, чтобы пролететь какую-то стенку и спрятаться круто. Так, значит, все, вы уже заныкались, да? Хорошо заныкались? Да, мы заныкались, я сижу и боюсь. Так. Я сюда не могу, к сожалению, спрятаться, жалко. У меня офигенное место, я прям в интерьер вливаю. Здравствуйте. Ну-ка, стоп. Это, надеюсь, не мне ты сказал здрасте. А, это свой, господи. Это... стой, пострижу! Так. Что? Вы чё, толпой всех? Меня видно здесь жёлтый? Стой, посмотри сюда. Меня видно, нет? Ты выдешься по лицу. Нормально. Так, окей. Так, мне нужно быть это просто... Такой безбалин, знаешь, вошёл. Мне плюс 90 к внимательности нужно, потому что вы там сейчас заныкались. Хорошенько. Маничок пришёл. Привет, сеньор. Так. Я вообще нормально устроился, значит, на жердочке, но... Назад. Кто там сидит назад? В руку видно, вот, молодец. На жердочке? Так, это хорошо. На жердочке это очень хорошо. На свое место, Серега. Курятники, то на жердочке. Курятник, жердочка, это тема вообще. Ну, понятное дело, мы же кайсеры, нам всем на жердочке надо. Это да, это правда. Это вообще сейчас было смешно, потому что, походу, мимо всех прошел, да? Серьезно? Я тебе говорю, мне вопросы всего выкаться. Да, он вообще невнимательный. А, шо? Так, пацаны, мы что, начали играть, да? Нормально. А может, ты мимо нас не проходил, а может... Ты стоишь или как там? Я стою. Ноги свесил, значит. А, все, ништяк. Все, стой здесь. Нет, ты именно должен... Не, назад, и вот здесь стой напротив. Да, здесь, назад отойди. Смотри туда и не двигайся. Развернись, да, вот так вот. И не шевелись. Ты как будто мне говоришь, я такие же действия выполняю. Развернись там, не шевелись. У нас вообще офигенная нычка, мы просто... Нас очень хорошо видно, нас тяжело не заметить. Но для меня это сложнее. Так. Просто немножко нужно включить внимательность, ты нас найдешь. Нам, возможно, еще и мозги понадобятся, Джонни. Да. Так. Ну-ка. Стань боком, как я, стань боком, чтобы не было лапы видно. Лапы, ни хрена, вы там уже в зверей превратились. Аниман, повернись немножко вправей. Да, еще право. Еще. Может, к вам тоже прийти туда ради общего. Давай, приходи, найдешь, мы тебе подскажем. Ну, не знаю, я бы в более беспалевном месте, по-моему, сидел, чем вы. Так, не знаю, чем палевнее место, тем веселей. Подождите. Вы хотя бы на улице скажите. А как вам прийти? Можете подсказать? Я, конечно, могу радар включить, чтобы вас найти, если так можно. Мы тебе оставили подсказку в виде граффити. Ты увидишь граффити, увидишь нас. О, я граффити скорее не замечу. Я тоже подсказку оставил. Так. Давай ко мне сюда пройди, вот да, вот так вот. Все, ништяк, сиди. Вы серьезно? Я уже 3 минуты не могу вас... Вы, короче, новый подвитый рыб, все, ништяк. Скажите, когда вы меня увидите, я там... Смотри, какие красивые. Аниман, ты слышал, что я сейчас сказал? Да, мы новый подвит рыб.
Нет, 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 на вправо смотри, твою руку видно. Смотри вправо, вот так как я, под углом стой. Смотрите, какие хитрые рыбы, а! Эволюционировали, значит, там плавал. Он два ключевых слова пропустил. Он не услышал два ключевых слова. Я замешкался, я не понял, в какую сторону бежать. Тихо. Назад, 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 пройди, назад, пройди немножко. Да-да-да, стой там. Так у нас больше шансов на выживание. Ладно. Минута 12. Джонни, у тебя есть минута 12, Джонни. Блин, Джонни. Ну я сейчас буду бегать, вы меня будете слышать. И, конечно, ну, мы тебя не слышим, не видим, но мы тут видим зато Немо. Немо? Джонни, будь немножко это внимательнее. Киберспортивная команда, Немо. Так. А я смотрел в поисках Немо. Я тоже тут и Дори есть. Немо, вот тут все есть. Тихо. Мы тебя не видели, 40 секунд остается до конца раунда, тебе Джонни, давай, иди туда, где ты не был еще. Да, а где я не был, я не помню, я уже забыл. Я боже, помню, мне кажется, мне нужен ко... За другим гоняйся, я ни при чем. За этим погонишься, не боже мой, как мне было. И он за мной гонится, ты прикинь. Спрятались там, значит, а. Один выживет. Дай в него сурикен, давай. Смоки там кидает. Ну хотя бы одного должен-то убить. Опа! Отлично! О, решил что? Отлично! Съешь папа! Не найдем! Ориентируется, ты понял, хитрый какой? Ну я же понял, за что ты в смог залез, не просто так. Хотел же... Мне повезло! Сейчас мы... А, ладно, мы должны были встретиться в конце, ну ладно. Так, ну что? Все, поехали, ну что? Маничок, давай, Серег, там сиди, ну там... Ну я выйду где-то минут через... Ой, секунду. Ребята, смотрите, какие прекрасные виды. Это Сан-Франциско, Голден Гейт. Так. И маньяк, который скоро выйдет на охоту. Мы должны заныкаться. Вот здесь видно меня, да? Здесь нормально буду. Вот здесь. Вообще незаметно. Я не уверен, что у маньяка даже глаз хватит. Не, хорошо. Через 10 секунд я пойду вас искать, так что давайте. Тут двойное место. Тут двойное место, понимаешь? Он с двух сторон может увидеть, поэтому здесь спокойно можем сидеть. Он вас... А, ну если только так он увидит. Вы не связались, я сразу понял, где это. Так что... Вот такой зуб издал. Ты что, Отелло, что ли? Сука. Давай. Блин, тут триггер саны, не могу зайти. Так, я слышал, как что-то кто-то кинул. Смотрите, вот сюда правее не ходите, потому что с текстуры он не увидит нас. Вот только вот так. Будем подсказку кидать. Здесь стойте, только отсюда нас увидит, потому что, да, здесь решетка, и нас видно. Да, а вот за он сейчас будет все решетки смотреть. А все вместе в одном месте? И он не понимает, что мы его обманули, что нет никакой решетки, есть только кусты и рыбы. Да, у нас... ребята, ну как бы это... Куда кирпич? Антон, ты слишком далеко летаешь! Ну что, давай, маньяк, который на ноуклипе полкарты пролетает, ищи нас! Короче, вон один самый офигенный. Го все вместе заныкаемся, ребят. В одно место? Куда-куда-куда? Вместе. В такое место, чтобы нам было видно. Нет, смотрите, в аквариумах мы ныкались. Везде мы ныкались, поэтому вы уже ушли куда-то. Не, я просто смотрю, я пока смотрю. Я пока смотрю, просто где еще можно смотреть, где мы точно не ныкались. Ну, так, сюда нашел такое место. А где ты? Ну, че? Время тик-так, и все ближе есть, к войне. Есть, в принципе, одно место. Так, ладно. Раз, два, три. Ну, можно здесь потусить, конечно. Все, понятно, иди в жопу, Антон, иди в жопу просто. Давай тут потусим, ладно, че? Давай здесь. Так, все, здесь, видимо, не... Мне жалко, по этому месту бегать нельзя было бы. Да. Вот это мне сейчас прям в руки спрыгнули, представляете? Это случайность. Прям в руки жертвы. Так. Это случайность. Все, сидим тихо, сидим тихо. Хорошо, ты прям так я дам тебе подсказку. Мы немного в нетривиальном месте, и ты нас не ожидаешь здесь увидеть. Это как минимум. У тебя такое серьезное лицо, Адамсон. Что с тобой? А у тебя лучше? Что за нетривага? А, Анима новое слово узнал. Не, атрион тривентикулярный, да, скажи? Во-во-во, болезнь. Во дворе трава, на траве дрова. С точки зрения банальной юридики, каждый индивидуум критически мотивирующий абстракцию не может игнорировать критерии утопического субъективизма. Я просто, когда людей убивал... Когда захерачил таблетки, Антон, вот это ты сейчас сказал. Так, что, Джонни, мы тебя пока что не видели. Опа. Ой, что здесь происходит? Смотрите, как он прыгает. Сейчас я приду. Здесь одна жертва, которая от меня пытается убежать. Пытайся, дверь закройся! Закройся дверь за собой. Иди сюда. Хрум. Ай! Сука! Так интереснее просто, так видно все. Хера вы спрятались! Ну шо, попотеем, ребята, давайте, поехали.
Конечно, вам придется попадать, потому что знаете, кто маньяк? Я маньяк, и я совсем скоро выйду на охоту. Я, к сожалению, не зомби сегодня, я обычный террорист, который должен этих ущипенов убить, но я это сделаю. Блин, я думал, на самом деле, анимон сейчас маньяк, блин, я думал, а оказывается, квантум. Ну что это такое, что там грудь накатила? Куда бы заныкаться? Я реально уже не знаю, я все места у себя в голове уже прокрутил и тупо не знаю, куда спрятаться. Я могу через... Я скоро выхожу, ребят, 4:45, я выхожу на охоту. Все, я иду. Я знаю просто топовое место, которое никто вот просто точно прям не узнает, потому что я придумал, где это место находится. Я такое дурацкое место, конечно, придумал, но не Варик туда прятаться. Нужно быть максимально внимательным. Пацаны, идите ко мне, здесь круто. Сейчас я приду к тебе. Я нашел хорошее место на самом-то деле. Если вы в аквариумах, говорите сразу, где вы. А в аквариумах? Нет, в аквариумах вас нет. В аквариумах нас есть, если хорошенько посмотреть. Главное, возможно, же вот, есть. В отражении увидишь. Так, тут... Да? Да, если долго смотреть в аквариум, как говорится, можно сойти с ума. Сука, это такая... Здорово! Что делать будем? Что ты хоть пятишься назад? Паркур? Нет. Ты где вообще? Нет. Сингулярность, это квазар, куда мы попали? О, господи, спасите меня, куда я попал? Так. Я так. Такую нычку нашел и так засал. Засал. Не засал, я познакомился с маньяком. Все, минус один. Полномочия одного, все. Антон, смотри, где я. Ты что? Шаман какой-то в воздухе левитировать. Это я? Не про меня? Ладно. Ту-дун. Я пока кофе выпью, так. О! Шумит. Да. Так, ну что, Антон, Джонни, ты еще как там вообще держишься? Ты так летал, не видел меня просто, если бы Антоха не ржал. Я тебя не заметил, это вообще просто два голубых фона, которые, короче, теселятся синюю для воды делают. Кстати, Джонни тоже под голубой фон подходит. Вот, сука, зло. Говорят, Джонни маньяк. Ребят, знаете, что это? Зачин на победу. Это становится нашей победой. Я слышал про этого маньяка, говорят, он слепой, косой. Я слышал, да, там даже... Чё за факт, я хочу сюда, мне сюда нельзя. Смотрите, как уже просто уже... В 40 секунд ты выходишь, Джонни, не забывай. 45? Да. Нет, 40. 40. А так еще сильнее. О, кто уже решил в наглую просто, да? Кто-то в наглую уже решил, сука, куда ты спрятался? Чтоб ты еще больше ослеп, чем сейчас. Смотри, как подкалывает, да? Где как? Вот, я, кстати, туда хотел залезть, но там слишком палевно, поэтому не буду. Так, ладно. Так. Я все заныкался, меня типа видно, типа все хорошо. Типа, ладно. С точки зрения типажа. Ага. Так. Хорошо ищем. Али, оп. Внимательно. Ты комплименты делаешь, типа. Помни об этом. Я говорю, ты себе комплименты делаешь, типа, хорошо. О, как мне повезло, сейчас у меня жопа слегло. Боже, как же мне повезло. Да он дает, типа, этот... как будто мимо тебя прошел я. Да, так и было. Ну, то ли на самом деле именно так и было. Ты прошел мимо него, он сидел у этих опоссумов долбанных. Опа! И мне кажется, я так упаду разок и умру сам. Джонни, не надо, пожалуйста, только телепортироваться. Ты же не Антон, да? Ой, пингую! Ой, Серега, что это? Нет, чувак, не надо, пожалуйста. Да, чувак. А, сука, смотри, перехитрил меня. Да, перехитрил хитрого маньяка, сука. Так, Джонни, дам тебе подсказку, я вижу львов. Так. Опыта такой город. А там реально львов видно? Я вижу обезьян и вижу анимана. Одно и то же. Не смешно. А чё смеешься? Ну, потому что вначале было смешно, а потом не смешно. А потом обидник осознал, так что произошло. Обернулся такой на секунду, Серега думает, ну, блин, бежит. Иди к львам, или ты еще Адамсона не убил? Я за Адамсоном гоняюсь. Серега, иди сюда, потусуемся вместе, чё ты? Ну, давай попробуем, ты у нас не тусовщик. Так, где ты? Снова, походу, я выжил, потому что накидали. Я единственный, кто прячется просто идеально, да? Это я идеально прячусь. Ай, куда бегу? Адамсон, давай еще раз кружок, там же я тебя дымами все закидал, там ты сейчас пройдешь на раз-два. Спасибо. Давай, там дымов куча.
Да, сука, я не понял. Я не вижу, где я бегаю. Я в смоке застрял. Сука. Купи линзы. Так. Линзы помогут увидеть в смоке. Так, чувак, мне сейчас кажется, что я теперь буду за ним бегать. Мы, по-моему, так друг друга сильно потеряли, что сейчас все поменяется. А, нет, все, он сейчас опять за мной. Так, накидай там мне смоков пока. Я тебя накидал, Львов, иди ко львам. Бегу, бегу, бегу. Через 10 секунд, чтобы там были смоки. Так, там до хрена и больше. Блин. Там все в смоках. Нет! Опа. Я так и знал, что сейчас сверху где-то слезет. Воу, воу, подожди. Все, да, в смоках. Ай, 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 ай. Все, в дыму, ништяк, mission complete. Опа. Нет, нет, сука, пошел в жопу. Дай, да ты, смысл, ямакасик, хватит. Ай, нет, все. Сука, все. Минус Адамсон, выпили или педалага. Я думал, что ты бегу до бассейна. Так, выли, 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 сука. Так, вот левый. Меня не окружают. Ко львам пришел, че ты этих мочишь? Так. Вольер с животными. Так. Не вижу, какими. Али, оп. Али, оп. Чё это за детка львам? Внимательнее, внимательнее смотрим. Чё ты у львов делаешь? Хм. Не ну-ка. Обижай котиков. Не буду. О-о-о-о. Так, блэд. Я тебе дал подсказку, ты видел траекторию полета? Нет, я не видел её. Куда это прилетело? Я не видел. Блин, так, да ты уже интересно. Кто видел, меня нравится. Там было видно или нет? Я там вообще выделяюсь или нет на фоне? Ты очень хорошо выделяешься на самом деле. Я сам летаю. Ну, просто нужно повнимательнее, да, посмотреть? Конечно, конечно. Воу-воу-воу. Оу, не-не-не, я не хочу с этим связываться. Ни хрена прыгать там. Чё ты обошел? Ты думаешь, я за текстурами? Серьезно? Я не за текстурами. Каким образом? Где вы спрятались? Я вообще не могу подумать. Джонни, его видно, отлично. Меня видно просто шикарно. Вот тут, видишь, летают камеры и смотрят, говорят, что меня видно. Сука, да. А ты меня не видишь. Я вот репортер. Слэйп Ньюс. Веду прямую трансляцию с места происшествия. Маньяк пытается найти Квантума. Кого ты хрена мудила левитируешь в небе? Это нечестно, как минимум. Я вот это спустись на землю. Ты решил, что с неба все увидишь, да? Слышь, тебе право на... Он читы использует, он читы использует. О, какой щит ноуклип, да? О, вольер зашел. Да. Залетел в вольер, вылетел из вольера. Да все, ну где вы спрятались? Сука. У тебя нет секунд больше, Джонни. Я понимаю. Я тебе кинул подсказку, смотри еще одну. Слышишь, гокает там, послушай. Ну давай уже, убей его. Да где? Серьезно? 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 Ну ты черный, ты негр, там не видно тебя, ты в темноте был. Хорошо видно. Нет! Да, мне видно было прекрасно. Ребят, ну что же, на этом все. С вами был Quantum Flag, GK, Animan и Адамсон. Это был CSGO Маньяк. Если тебе понравился такой новый режим в CSGO, ты поставь лайк обязательно, пиши об этом в комментариях. И подпишись на наши каналы, ссылки будут в описании. И всем до скорых встреч, не прощаюсь. Пока. Всем пока. Пока-пока.